is doing. Steve Ham. Слушай, среди этих агентов, короче, разговариваешь на израильских, на других. Стоит чувак, а я же не знаю, что у меня эта ленточка «Флой Дуба». Стоит, снимаем «Флой Дуба». Прямо на краю. Ну, забыл, что она у меня «Флой Дуба». Ходит чувак, присматривается, знаешь, а я живу по этих моим видеорам. И такой говорит, а вы типа с «Флой Дуба»? Я говорю, нет, я с аэропорта показываю ему пропуск. Ой, говорит, когда я смотрю, у вас «Флой Дуба» — это птичка. Говорит, вы там на новый перрон не ходите, типа на 38, у нас там загрузка, нельзя. Я говорю, ладно, я вашего брата знаю, говорю, не пойдем. Хотя, в принципе, хотелось его так послать. Коллега, у меня в Брисполе был случай, короче, это самое. Я умками прилетел, мы тогда еще ночковались, мы снимали краскосиды. Это бежит барышня, короче, это не можно, и так на меня прыгает. Это ты что, дикая? Она мне начинает одного когда объяснять, говорит, ты у себя в Израиле будешь такие выходки делать. Говорит, ты Украине, блин. Вообще реально прыгала и хотела запутать на снимку. Да, он какой-то сделал такой снимок. Поехал, отъехал. Wir müssen sprechen zu Sascha und ich habe eine Minute für Video. Okay, okay. In the Platz. Thank you.
Они такие, мы летим на Антонове 24. Нет, таким лишь мне повезло. Они обратно летят на Одессу на 140. А не повезет, а такие есть. Они специально так подгадали. Приємного польоту. Ледичення 17 кінців, що побачили наші 5 4 5 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
Thank you.
so much improvement and so worried about it. So. Добрый вечер. Я такси в аэропорт заказывал. СМС ко мне никакая не пришла. Угу, хорошо. Спасибо большое. Искать, спасибо. Да-да-да, я еще выхожу, выхожу еще, только приземлились. Да, спасибо. Я еще ночью заложил. Thank you.